Приветствую вас. Вы знаете, я думаю, что тут у вас на самом деле такая достаточно большая тема получилась, да, то есть много у вас достаточно тут сообщений. Вот, мне хочется, наверное, как-то вот вглубь посмотреть, да. И сказать, что, значит, вы оторваны от своих чувств. И здесь сразу, приходит на ум такая книга, значит, Федерика Перлза «Практикум по гештальт-терапии». В этой книге есть набор заданий на эмоциональный интеллект. Это первое. То есть вы там прочитаете все необходимое задание, которые там есть. Они покажутся вам немножко странными, но тоже. Их, если все выполнить, то вы определенно станете лучше себя чувствовать, лучше понимать, что вам нравится, что вам не нравится. Вот. Это первое. Первый момент. Второй момент, который я хотел бы затронуть, это аспект ценностей. Ваших ценностей. То есть, что вообще говоря, вам важно в жизни? Вообще. Что вообще говоря вам, вот вы считаете достойным внимания, достойным того, чтобы что-то ради этого делать? Да? Вы можете, опять же, в интернете взять и вбить в поиске просто ценности, человеческие, культурные ценности, вот, и выбрать те ценности, которые вам, ну, близки. Выбрать те ценности, которые вызывают у вас, ну, какую-то ну, какой-то отголосок, да? Ну, значит, и что вам больше всего откликается? Вот. Дальше, вы выбираете направление, где можно применить данные ценности. То есть, где эти ценности реализуются, в каких вообще сферах? Ну, сферах, допустим, жизни, да? Сферах деятельности, допустим, людей тех же. Вот. Это то, на что вы также можете обратить свое внимание. Ну и дальше, просто конкретное значит, приложение тех ценностей, которые вам, к примеру, допустим, важны, вот. То есть вы просто вот выбираете то, что вам, вот,
кажется значимым, кажется важным, кажется ценным, кажется нужным и так далее. То есть тот для вас, грубо говоря, не пустой звук. Вот. И вот это получается пирамида, получается такая пирамида, состоящая по сути из трех, ну, из трех элементов, получается. Первое это общие ценности, такие, условно говоря, глобальные. Второе это направления, в которых эти ценности, там, к примеру, реализуются. И третье это, значит, так сказать, непосредственно, так сказать, точка приложения ценностей, которые, ну, есть у вас, допустим. Вот. Вот по такому алгоритму, я надеюсь, не слишком сложному алгоритму, я надеюсь, по такому алгоритму не слишком тяжелому, вот, можно, значит, найти вам то, что нравится, и при этом, ну, не потерять слишком прям уж много времени на поиски, как вы совершенно справедливо заметили, что можно потратить на это всю жизнь, и, знаете, я здесь с вами целиком и полностью согласен, что на поиски действительно можно потратить очень-очень много времени. И совершенно, ну, часто, совершенно делать этого как-то вот не хочет. До своего времени все-таки жалко. Поэтому я вас здесь на самом деле понимаю и понимаю достаточно хорошо. Вот. Наконец, последний важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это момент, связанный с тем, как вы подходите к реализации какого-либо процесса. То есть я имею в виду, хочется ли вам, точнее, ради чего и как вы организуете свою деятельность. Рабочую, трудовую деятельность, да, то есть это вот на самом деле, ну, не столь важно. Понимаете, если вы организуете свою деятельность исключительно, как бы так сказать, если вы организуете свою деятельность, основываясь на цели, если вы пытаетесь основываться на целях деятельности, то это одно. Ваша деятельность, она тогда получается все время имеет конец, ваша деятельность тогда все время имеет какое-то окончание, ну, возможность окончания, и, соответственно, ей деятельности, ну, вот, условно-то говоря, постоянно нужна какая-то, ну, допустим, какая-то перезагрузка или какой-то новый стимул, да, какая-то вот инъекция нужна, инъекция цели, инъекция какого-то нового смысла того, что вы делаете, ну, так далее.
Либо вы занимаетесь тем, чем занимаетесь, ради процесса самого. Это, да, это совсем другая история, тогда неважно, чем вы занимаетесь, главное, что вы, вот, грубо говоря, продвигаете какие-то вот свои ценности, да, главное, что вы продвигаете свои какие-то ценности, что вы их реализуете и, по сути, всегда этим занимаетесь, неважно где, неважно с кем, неважно как и так далее. Вот. В этом случае вам просто-напросто не приходится, к примеру, каждый раз беспокоиться о том, чем заниматься, да, то есть просто вы как бы, ну, не делаете выбор, не мучаетесь выбором, вот, то есть у вас просто есть какая-то вот заведомо заранее определенные ориентиры, вы ему следуете. Но это возможно только если вы занимаетесь чем-то именно ради процесса, а не ради результата. Вот. Именно поэтому, потому что я упираю на вот, собственно, процесс, а не на результат. Я так хочу, чтобы вы, хотел бы, конечно, чтобы вы сперва, ну, поисследовали бы книгу, которую я вам рекомендовал в начале, вот, потому что она будет вам полезна. Вряд ли без этой книги вы сможете сделать вот те вещи, о которых я здесь вам пытаюсь сказать, да? То есть вот вряд ли вы сможете сделать это. Ну, просто потому, что это вот, не получится. Вы будете вот чувствовать, что у вас не получается, возможно, вы будете чувствовать какую-то неудачу, и, соответственно, это приведет только лишь к тому, что вы может быть, разочаруетесь в том, что делать. Вот. Мы этого не хотим, ну, я надеюсь, что мы этого не хотим, вот, поэтому нужно подойти к вопросу, ну, максимально грамотно, скажем так. Вот, чтобы не навредить, не сделать хуже вам, в том числе, да? Вот. Это такая вот очень важная, на мой взгляд, история, которую я надеюсь, вы увидите в той степени, какой я постарался раскрыть, вот. Значит, вот, в принципе, такой ответ вам я могу дать. Надеюсь, что это было для вас полезно. Надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Вот. Значит, я желаю вам всего самого доброго. Я надеюсь, что у вас получится сделать то, что вы хотели бы. Я надеюсь, что у вас получится то, что, ну, сделать то, что вы планируете. Я надеюсь, что у вас все это получится. Вот. Хочу пожелать вам в этом удачи и пожелать вам, наверное, еще терпения. Вот. Всего вам самого доброго и удачи еще раз.